Ребят, как я говорил, наше третье видео, которое касается еще наших новинок. Смотрите, сегодня пробовали линейки. Первая, которая называется Мучетто. Первый сортовой состав это было Фиано, второй Примитиво. Эти линейки происходят, это местные вина из региона Апулия. И вторые наши красавцы, это Рибера дель Дуэро, это Кастилья-Леон, это Испания. Просто шик. Ну, начнем с первых. Смотрите, Фиано чем, во-первых, удивило, 2021 год урожая. Сначала в аромате были ярчайшие тропические ноты, просто ярчайшие. Потом эти тропики смениваются немножко тематику Савиньон Блана. Больше как листика смородины, цитрусовых нот. Когда пробовали, во вкусе повторяется кислотность, чувствительная. Но вот хорошо будет с каким-то вот салатом, с каким-то интересным сыром. Это будет вот просто шикарно. Но вино просто уникальное. Примитиво. Это всегда ярчайшие спелые ягоды, красные темные ягоды, которые просто вот джемовые основы, немножко пряности и специй, но вот эта вот сладость на языке, которая точно так же напоминает Зинфандель, очень было интересно. Вино среднетелое, ближе к плотному, довольно-таки насыщенное, ярчайшее. Его интересно как в чистом виде, точно так же можно с какой-то мясной нарезкой. И вот эти две наши звезды. Позиция называется Вега Реал, Рибера дель Дуэро. Один из очень ярких представителей виноделии. Самая очень яркая зона, имеет статус DO. Происходит из Кастилья-Леон. Смотрите, первая позиция 2020 год урожая, 100% Тинто дель Пейс. То есть точно такой же темпранильо. Точно тоже только так называется в Рибера дель Дуэро. 3 месяца выдержки в бочке, второй 2018 год урожая, 12 месяцев барика. Слушайте, ну это взрыв мозга, я вам скажу так. Первый сначала уходил в тематику пряности, вяленых нот, вяленой вишни, немножко чернослива. И появлялись уже начало оттенки кожи. Это было очень интересно, то есть он такой плотный, насыщенный, но очень лаконичный. То есть он не взрывной, как Рибера. 2018 год, вот это, конечно, крутяк. Это мама моя дорогая. Это оттенки кожи, это пряности специи, это тематика немножко скотного двора. И такая очень-очень лаконичная темная ягода, но больше напоминает вяленую, вяленые ягоды, пряности. А танины, которые, вы знаете, очень-очень бархатные. Это вино, которое самодостаточное. Его просто пьешь и наслаждаешься и ароматом, и вкусом, потому что они повторяются. Вот эти вот две наши звезды сегодняшние, это просто шик. Ребят, вам обязательно стоит попробовать. И думаю, в дальнейшем я для вас специально закажу их на дегустации. Линейка вин, которая сегодня была, это просто взрыв мозга. Я вам скажу так, это очень вкусно. Поэтому будем стараться с вами вместе их попробовать, чтобы вы поняли, о чем я говорю. И сейчас еще один ролик по поводу безалкогольных вин.